Жукова Олеся, 14 лет. На конкурс «Дети читают стихи». Авторское стихотворение. Случай в разведке. Солнце закрыли туманы, травы, деревья все спят. Только не спят партизаны, они на задание спешат. Им надо успеть до рассвета врагам подготовить сюрприз. Вдруг шорох послышался где-то, потом и шаги раздались. Солдаты в немом ожидании, глядя в непролазную тьму, боясь, что сорвется задание, готовясь отпор дать врагу. И тут раздвигаются ветки, и кто ж вылезает? Медведь, а с ним его малые детки идут, не решаясь реветь. Откуда в лесу медвежата? Глаза изумления полны. Давно не видали солдаты природы живой красоты. И вздрогнуло сердце солдата от боли за нашу страну. Как долго фашистам проклятым топтать и губить красоту! Вскочили тогда партизаны, груди автоматы прижав. За родину нашу, ребята, за наших родных медвежат! Отныне пусть даже природа с врагом бой незримый ведет. Пусть знают противники, рядом их смерть беспощадная ждет.